Для любителей субпродуктов есть рецепт вкусного и сытного салата из желудков индейки. Салат в меру острый, сытный и вкусный. Подойдет и на праздничный стол. Такой салат можно приготовить из куриных желудков, тоже будет вкусно. Просто индюшиные крупнее и более мясистые. Маринованный огурец можно заменить обычным, соленым. Ну а майонез я бы не заменяла сметаной, он тут к месту. Не любите магазинный майонез? Приготовьте домашний. Желудки индейки помойте, удалите желтые пленки, если они есть, и разрежьте на две части каждую половинку. Нарезанные желудки сложите в кастрюлю и залейте водой. Накройте кастрюлю крышкой и варите желудки до мягкости 60-70 минут. Морковь очистите и нарежьте соломкой. Выложите в сковороду. Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте. Добавьте к моркови. Налейте подсолнечное масло и тушите морковь с луком 15 минут, помешивая. Один крупный маринованный огурец мелко нарежьте и выложите в салатник. Добавьте лук с морковью. Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Мелко нарежьте и добавьте в салат. Вареные желудки индейки мелко нарежьте, отправьте в салатник. Добавьте измельченный чеснок и майонез. Салат посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Отличный вкусный салат готов!